Типа, давайте будем рассказывать друг другу cool story. Я буду читать ваши. Я написала пост в группе, типа, я хочу, чтобы вы между собой подружились. Потому что мне, честно, немножко напрягает, когда все пишут «Ева, Ева, 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 там то, Ева, сё, Ева». Блять, типа, я не ЧСВ, мне хочется, чтобы вы между собой тоже, типа, общались и там дружили. Потому что у меня не такая огромная аудитория, чтобы... Ну, короче, у меня такая аудитория, с которой я могу справиться, с которыми я могу общаться. Так вот, го ебашить cool story какие-нибудь. Ну, что там, что где у кого происходило? Не знаю, я могу сказать такую cool story, то что, блядь, ну типа 90 парней вообще, 95, ладно, процентов парней, ссут, сука, в раковину, пидоры. Ссут в раковину, особенно если стояк. Особенно если, не знаю, ну короче, почему нельзя, блядь, если, особенно после секса. То есть, это такие парни ёбнутые, мрази. Сколько я не слышала это от девочек, сколько вообще не, чего только не было. Пиздец, так противно, господи. Все ссут в раковину. Вы такие мерзкие. Вы такие мерзкие вообще. И главное, когда, особенно после секса, ну, кто-то у вас кого-то был секс, то чувство, когда баба такая, ну, такая-то, не знаю, особенно если ты там всю жопу обкончал, размазал, и она такая, типа, что за хуйня, мы на бросли, блядь, попала, нам сейчас спать. Баба такая, короче, встает, идет, моется полностью. А пацан такой, не дробя, подошел к раковине, хули, я что, вспотел? Я что, грязный? Я так это, жеманик, Жманик, завернул, блядь, хозяйство и дальше пошел. Господи, как это противно. Почему нельзя полностью пойти в душ? Почему нельзя потрогать себя там, в душе? Помыть сразу свои потные подмышки, помыть свои потные, не знаю, все. Ну, господи, это отвратительно. Если вы еще ссыте в раковину, в которой есть посуда, то для вас я в аду приготовлю отдельный котел. Это совсем, это просто совсем кошмар. Вытер там полотенце. Зачем в раковину, если можно в окно? Нет, суть не то, что ты ссышь, а суть в том, что тебе нужно потом помыть. Тебе нужно потом помыть. И чтобы помыть побыстрее, ты ссышь в раковину. Зачем ссать в туалет, смывать и разворачиваться, открывать дверь, выходить, когда можно сразу в раковину поссать и сразу помыть? Так, давайте cool story номер два. Чтобы... Может вы... Короче, если у вас есть баба, у нее небольшая грудь, она, когда лежит, она вот так лежит, попытаюсь лечь, вот, заметьте за ней, она, если, чтобы у нее была большая грудь, она либо лежит боком и постоянно к вам вот так боком подстраивается, потому что так грудь как бы, по законам физики, она вот так вот немножко туда свисает, так вот, когда она лежит на спине и хочет, чтобы грудь была больше, она лежит не расслабившись вот так, она лежит сгорбившись, она немножко напрягается, просто заметьте, заметьте, короче, за собой, ой, за собой, за своей девушкой, она как бы лежит на вас, смотрит, и у нее плечи вперед. Это значит, что она хочет, чтобы, ну, вы заметили, что у нее грудь чуть больше, когда она лежит. Не нужно ее рукой поджимать, наоборот. Она вот так, она лежит вот так. То есть, как бы, у нее, знаете, по подмышкам можно понять вот здесь. То есть, как бы, когда ты просто лежишь, у тебя подмышки не видно. А когда ты лежишь, выебываешься своей груди, у тебя видно вот такую, как бы, подмышку, как будто она вот была вот такая подмышка и стала вот такая. То есть, вот... Вот эта часть, она сейчас у меня сбоку, а когда я выпрямлюсь так, то у меня вот она подмышка. Лайфхак от Евы, как сделать свою грудь больше, когда у тебя ее нет. Но это на спине, это лежа на спине. Ну это обычно такие худые девушки, короче, делают. Так. Мы живот не втягиваем, мы не втягиваем живот, мы напрягаем живот. Втянуть живот — это втянуть диафрагму, а сделать живот худее — это нужно его напрячь, чтобы весь полностью пласт жира растекся по твоему прессу. Это отдельно. Так, что ж такое вообще было там?
ставьте стакан воды, блядь, перед сном, после, потому что когда вы просыпаетесь, никому неприятно делать так. Типа, у девушек обычно прорезается голос, а у парней что-то типа... Просто спит такая любимая, вся благоухает с ночи, вся такая мур-мур, и просыпается, и такой... За что это хуя вообще? Почему это так? Почему это так? Выпей ты воды, блядь. У девушек тоже бывает. Ладно, ладно, ты просыпаешься с чувством, то, что тебе нассали кошки в рот, потому что ты поел и зубы не почистил, и либо почистил, но перед этим что-то такое ел, поэтому у тебя бактерии там распоясались, и у тебя ощущение, что тебе кошки в рот нассали. Так мало того, что тебе кошки в рот нассали, тебе не хватает... Типа, ты просто не пил воды достаточное количество, из-за этого горло пересохло. И вот это вот утреннее... Ладно.